Лариса Романова – оптимист по жизни и сейчас, в период пандемии и ограничений, старается заняться тем, что радует и приносит удовольствие. Увлечений много. Любимое – рисование картин по номерам. Модный вид творчества, который позволяет каждому человеку почувствовать себя художником. Каждая цветовая зона здесь пронумерована. Один раз попробовав, Лариса Анатольевна не смогла остановиться. На даче уже целая картинная галерея, а здесь, в квартире, только первая работа. Один из городских пейзажей Санкт-Петербурга. И еще несколько художественных наборов на будущее. Сейчас, мне кажется, вот это рисование именно очень успокаивает, отвлекает и наводит на такой приятный лад, настраивает. Дачный сезон закончился, но тем не менее мы находим, чем заняться в осенний период. У меня есть семья, которая поддерживает все мои увлечения, у меня есть подруги, единомышленники, с ними мы ежедневно ходим на прогулку, и это не просто прогулка, это скандинавская ходьба. Сидеть нельзя, засиживаться нельзя, нужно двигаться и двигаться, потому что движение – это жизнь. Такой же девиз и у Татьяны Филюшкиной, которая тоже скучать не привыкла. Занятий по душе у нее тоже не перечесть, и вся ее квартира словно вернисаж творческих работ. По словам мастерицы, за период самоизоляции навязано столько вещиц, что на весь городец подарков хватит. Особенно она гордится своими домашними массажерами по активизации целительных точек. А бодрость духа помогает поддержать особую философию – видеть во всем только хорошее и наслаждаться жизнью. Ну и что, что мне седьмой десяток, что коленка по ночам болит, и густых волос остаток белой ниточкой прошит. Ну какая я счастливая, если рядом внученьки сидят. Бабушка, ты самая красивая, лучше всех на свете, говорят. Современные технологии тоже помогают поддержать счастливое состояние души. В Вайбере она не только часами общается с подругами, но и обменивается своими домашними достижениями в кулинарии и садоводстве. И, конечно, ни дня не проходит без физкультуры. Я птичка ранее, я сдаю всегда 5-6 часов, я уже на ногах. Во-первых, у меня сначала идет гимнастика, видите, у меня всяких дорожек очень много. А еще я люблю на велосипеде кататься. Я каждое утро сажусь на свой любимый транспорт, и я мотрильно объезжаю несколько кругов и наслаждаюсь. Я покатаюсь, и у меня сразу настроение хорошее. Это еще одна команда, не желающих сдаваться вирусу. Они вместе занимаются в спортивной секции, а сейчас, пока закрыт ФОК, перешли на уличные тренировки. Самая спортивная – Ольга Жукова. Она увлекается и плаванием, и фигурным катанием, и лечебной гимнастикой. Даже в самое трудное время самоизоляции весной она не прекращала физической активности. Время было трудное, конечно, но мы тоже старались не терять форму. Гимнастику пришлось проводить дома, ходьбой заниматься индивидуально, но не теряли надежды, что все это кончится, и дождались этих времен. Главное – это настрой, настроить себя, все зависит от нас, и не терять такого чувства активного, активности своей, и продолжать занятия в любом случае. При хорошей погоде на улице, ну, а в дождик дома. Позитивный настрой и умение находить занятия по душе – эти важные в жизни качества объединяют всех героинь сюжета. По их словам, в непростое время пандемии очень нужна поддержка единомышленников, чтобы вместе радоваться жизни. Подруга, с которой мы постоянно ходим. Кроме того, мы с ней много даже времени уделяли походу по историческим местам города-городца. То есть у нас есть музейный квартал, где мы это все изучали, где какой дом, где какая резьба. И команда единомышленников по палкам еще в скандинавской ходьбе. Там нас человек 15, и нам интересно общаться друг с другом.